Привет, мужички, ребята, пацаны. В общем, у каждого, видимо, точно своя дубина в жизни. Вот сегодня пошел на прогулку с такой дубиной, про которую я вам уже рассказывал. А прогулка примерно 3-3,5 километра. На обратном пути в гастроном какой-нибудь. Что-то хотели купить там хлеба. Что-то еще хотели, не помню. В общем, вот такая тренировка попутная, пацаны, вместе с такой дубиной из черемухи. Ну, примерно 2,5 килограмма эта палка весит. Поэтому иду, попутно занимаюсь, ребята, спортом и физкультурой. Очень классная вещь. Она правит, эта дубина. Вообще-то ее еще нести надо. Она заставляет что-то делать с собой, представляете? Она даже заставляет танцевать, можно заучивать какие-то танцевальные приемы. Вон коты идут за нами, идут, бедные, голодные. Чуть-чуть их подкормили, сейчас а кузовок, он идет и идет за нами. Ты куда пошел? Пойдемте дальше, пойдемте. В общем, иду, занимаюсь спортом. Сегодня утром провел зарядку очень хорошую. Ну, 5 сентября. Завтра вы увидите все эти фильмы. А, начало 6 сентября. Какие новости вообще в городе? Вот иду, размышляю. Думаю, что ж я, пацаны, вас так смешу-то? Ну, потому что, сука, нет у нас в городе этого цирка, блин, нету. Нету в городе цирка. Зоопарк, да, не нужно там эти... В клетках звери сидят, а вот цирка нету ни хрена, вот пустырей море, а цирк не могут и не хотят построить для дмитровчан, в общем-то, хотя городской округ, он достаточно большой, можно было бы, городской округ примерно 150 тысяч народу, но цирка нет, поэтому по мере возможности хожу, вас смешу. Вообще рукам очень больно, почему, не знаю. Вот после локтевого сгиба и дальше очень больно крыльям. Но чувствую, что спина прям правится. Вот когда идешь вот так вот, прям идет правление спины. И плюс какой еще, значит, если навстречу попадутся гуси или медведь, а кстати, или собака, то вот с такой дубиной, конечно, уже можно просто его так раз так за шкирку и за забор выкидывать псину. Раз так и выкидывать за забор. В общем, такая шикарная вещь. Можно разнообразные трюки делать. Раз. В основном колющие удары, подрезания какие-то. Оп. Вот так вот можно покрутиться. А! В общем, ребята, очень интересная вещь. Понятно, что вы с такой дубиной ходить не будете. Но вот дед Шурави вас веселит. Потому что я... Добрый вечер. Не поздоровался, испугался, наверное, что я с дубиной. Поздоровался? Да. А, здрасте, да. Я не слышал. Вот, короче, я самолет сегодня вечером делать нехрен. Сука. Цирка нету, блин. Поэтому я полетел, пацаны. Свиста всех наверх. Малолитражный самолет полетел. Оп. Туши свет, бросай гранату.